Итак, всем привет, дорогие друзья, приветствую всех на нашем канале, на канале Тугарыча. Футбол 2D, ребят, в принципе, неплохая вещь, хоть какие-то плюсы. Основная цель именно заставить игроков именно играть в Warface, дабы, возможно, получить какие-то небольшие плюшечки из данной мини-игры, ребят. Вот, ну и маленькая такая рекламная пауза. Покажу примерно, как работают мышки в игре Warface и у меня, и у противника. Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Понимаешь, как это Земля? Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа бесконечно вечным, куда ни посмотри. Да, ребят, это Warface, и в нем бывает все что угодно, и порой комп ведет себя, ну, игра, точнее, неадекватно. В батле 4, в батле 1 таких нюансов нету, там, ну, противника убить гораздо проще, и мыша работает чисто на интуитивном понятии гораздо чуть и приятнее, комфортнее. Ребят, что касается вулкана 2D, ну, точнее, вулкан 2D, который когда-то у нас был, он был действительно крутой, а вот этот футбол 2D, ну, это что-то такое, то есть там минус, там вы должны играть, сыграть 10 раундов как минимум, да, там выиграть, точнее, либо выполнять еще какие-то задания и прочее по убийствам, и, соответственно, опять-таки выигрыш. А выигрыши, они заставляют людей ливать с матчей. То есть запомните это. Также, ребят, не забываем о том, что в различных режимах PvP есть бонусы за первую выигранную, скажем таки, катку. И люди, соответственно, тоже из-за этого ливают, чтобы попасть в более лучшую балансировку команды и выиграть первый раунд, получив за это плюшки. По наградам с футбола 2D, ну, такое себе, там, вот мы смотрели в начале, там якобы мог донат упасть навсегда, да, но на самом деле падает, максимум мне упала ЦЗшка на 24 часа, в остальном это элитные перчатки какие-то, которые падают на один день, либо на три дня, что-то подобное. И это, конечно же, минус. Вот награды меня за этот футбол 2D очень-очень не порадовали, скажем так. Здесь надо играть, реально сидеть, играть в игру. А на вулкане 2D там можно было просто, вот мы вулкан, помню, качались, бегали на вулкане, я время от времени сворачивал игру и выполнял задания именно на том же самом вулкане 2D, получал неплохие бонусы на твинки, там получил пулемет навсегда. Здесь же донат на час, но то, что навсегда выпадет, это маловероятно. Ребятки, не забываем о акции, которая есть на странице, да, то есть забирайте катанку, забирайте, призы здесь меняются каждый день. То есть пока что это все дело работает, и, соответственно, заходите каждый день, здесь и оружие Анубис было, насколько я помню, и антизоби оружие было, и, собственно говоря, можете все это дело, как говорится, себе прикарманить. Ну, с главной страницы, опять-таки, мы заходим на этот футбол, но минимум там 10 раундов сыграть, 10 заданий, типа, надо выполнить, чтобы открыть этот 2D футбол, точнее, получить что-то там на 24 часа. Ребята, насчет киви вот этого есть пробный вариант. Вот этого киви развода на бабки, скажем таки, вот, полного. И, соответственно, здесь вы можете тоже попробовать именно пробную версию. Но говорит, что здесь огромное количество ограничений, и вы сможете выполнять на пробной версии, ребят, бесплатная пробная версия, только первый рейтинг звезды. То есть это говорит, вы получите самые-самые простые какие-то там награды, катану там, не знаю, на день или что-то подобное. Вот первые призы я смотрел, то есть призы очень-очень слабые, ребят, будут. Но, тем не менее, хотя бы что-то, вариант бесплатно это все дело опробовать. Но, конечно же, мы не глупые люди, прекрасно понимаю, что весь этот сюжет киви направлен на одно — развести людей на бабки. Поэтому и бесплатный режим сюда тоже как бы добавили. Вот, типа, можете поиграть в бесплатном варианте. Я тоже создал персонажа себе, нажал на кнопочку «Приступить», и вот мы сейчас посмотрим, что в данном случае, по крайней мере, на первом варианте именно, ребят, вот видите, 2 звезды и 3 звезды, вы вот эти задания уже не можете, типа, выполнить. Вот там катана, вот более красивый там антизомби вариант. И, соответственно, одна коробка с катаной за 3 звезды, но только выполняется 1 звезда. Ну, здесь там различные наградки, которые навряд ли светят вам. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите, задание реанимировать 15, 25 и 50.
товарищей при прохождении спецоперации Вулкан. То есть 15 это на одну звезду, ребят, 25 на 2 звезды, а 50 на 3 звезды. Вот я посмотрел и понял. Это, в принципе, несложно догадаться об этом, но в данном случае нам только 15 человек нужны товарищей реанимировать. Вот. Для получения там катана буквально на 5 дней, точнее, ребят, на 5 дней, ну, хотя, кому нужна катана, ну, такое себе, в принципе, для твинка, ребят, неплохо там побегать по фану, но вот как-то так, вот такой он Warface, вот так он заставляет нас где-то играть и пытается вытащить бабки со своих неких ивентов этих, типа Киви там и прочих таких вариантов. Всем, ребят, на этом удачи, всем пока.